В городе из-за резкой смены погоды образовался гололед. В результате участились несчастные случаи. За один день в травматологическое отделение обратилось за помощью около 30 человек. Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям города Семей просят жителей быть бдительными, предельно внимательными на дорогах. В связи с гололедом в школах нашего города для учащихся первых-девятых классов уроки переведены в онлайн-формат. Для безопасности граждан ночью была перекрыта трасса Семей-Курчатов. Специалисты управления по чрезвычайным ситуациям отметили, что в этой связи приложение Дармен удобно для населения. Жителям и гостям города Семей просьба не выпускать детей в одиночку во время гололеда. И советуем пожилым людям не выходить из дома. Так как в настоящее время в городе Семей, по данным службы скорой помощи, увеличилось количество случаев падения людей и разных переломов. Горожане также отметили, что ситуация вызвала некоторый дискомфорт. Нам трудно передвигаться по скользкой дороге, говорят они. Не то что ребенку, самой трудно идти по таким дорогам. Почему сразу не засыпают песком? А вот пару раз падала, позвоночник повредила, еле хожу. Пожилым людям, конечно, неудобно. Мы сами теперь опасаемся за свою жизнь. Боимся, что поскользнемся и упадем. Не дай бог что-то сломать. Один из обратившихся в больницу скорой медицинской помощи – Мухтарбек Ахшукаев. Дело в том, что он упал со скользкой лестницы и получил телесные повреждения. Пришел в больницу, чтобы пройти наблюдение у врача. «Везде там лед. Проходя мимо, я упал. Теперь я чувствую себя плохо. Вот пришел показаться врачу. Наверное, сейчас уже результаты будут готовы». По словам врача-травматолога, за сутки с телесными повреждениями госпитализировано около 30 граждан. Всем оказана первая медицинская помощь. У нас оказывается первая помощь до 3 дней, когда свежая травма, осматриваем. После оказания первой помощи, если есть необходимость госпитализировать, то, соответственно, отправляем на госпитализацию. Далее в амбулаторной поликлинике осматриваются люди. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Семей призывают жителей и гостей города быть максимально внимательными в связи с гололедом и соблюдать меры предосторожности. Талшын Шакыртхан, Рустем Кайратулла, Адижан Бисенгазинов, телеканал Семей.